Привет всем, я Кензи Коллин. Сегодня я хочу показать вам, как правильно делать упражнения махи гантелями. Это один из лучших упражнений для средней части плеч. И сегодня я сниму рубашку, чтобы вы могли лучше понять мое объяснение. Пойдем. Забудьте обо всех стрессах, связанных с поиском идеального диапазона движения. Все, что вам нужно сделать, это вытягнуть руки вот так, отвести ее в стороны, опустить и поднять обратно в то же положение. Большинство людей думают, что поднятие рук выше уровня плеч означает большую мышечную работу. Это неправда. Вам только нужно 90 градусов или чуть ниже этого. Потому что если вы это сделаете, трапеция начнет уставать, а вы этого не хотите, потому что сел – это проработать плечи, не трапеции. Я также советую новичкам не использовать моментум для этого упражнения. Если вы устали, опустите вес и отдохните для следующего подхода. Последнее, что вам нужно знать, это поднять локоть немного выше пальца. Подумать о том, чтобы начать движение в локте до того, как пальцы начнут двигаться. Теперь, учитывая все, что я сказал, ваше повторение должно выглядеть примерно так, если не лучше. Это все на сегодня. Не забудьте поставить лайк, поделиться и подписаться. Как всегда говорит один из моих друзей, увидимся.